Здесь каждый не прочь перекусить мальками. Многие самки семейства цихловых выработали весьма действенный способ держать свое потомство в безопасности. Их род служит им передвижным садком. Укромный уголок, где мальки могут укрыться, пока не минует опасность. Когда горизонт чист, она их выпускает. Такое поведение самка цихлид впервые демонстрирует, когда подбирает отложенную икру, чтобы таким образом вынашивать мальков. Во время спаривания ее партнер быстро двигает ярким плавником, поощряя метание икры. На свет появляется новая кладка, и она прячет их в рот. Но за ними наблюдают. Это сом-кукушка. Они охотятся группой, поедая столько икры, сколько могут найти. Затем посреди этого действа одна из самок сама тоже откладывает икру. Самка цихлид собирает каждую икринку. Оставшись одна, она ждет, пока из икры вылупятся мальки. На это уйдет 3 недели. В течение этого времени она не съедает ни крошки. Но через 18 дней случается нечто странное. Самка выплевывает мальков, хотя они еще не готовы выйти. За ними выплывают молодые самые кукушки. В 3 раза крупнее ее малышей. Она может случайно захватить до 6 особей. И теперь они начинают поедать маленьких цихлид. Самка относится к этим малькам как к своим собственным. Не зря этих рыб прозвали кукушками.